Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание ритуалам, практикам и обрядам с лавровым листом. Поговорим о том, как, размещая лавровый лист в спальне, вы можете привлечь мыслимые и немыслимые блага в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной и важной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. А мы с вами начинаем. Лавровый лист используется в наше время в кулинарии довольно часто, и практически у каждой современной хозяйки есть на кухне. Но мало кто знает о том, что он обладает не только способностью улучшать вкусы различных блюд, передавать сильные энергии, укрепляет биополе того, кто употребляет в пищу блюдо с его применением. Также он имеет настолько сильную энергетику, что способен отгонять негатив любого рода, избавлять от порчи, сглаза, зависти. Он может защищать от разрушительных посылов, зависти, ненависти. Но на этом его сильные свойства не заканчиваются, ведь он обладает и способностью притягивать богатство, изобилие, достаток, счастье, любовь, успех, удачу, наполняя этим жизнь того, кто обратился к нему за помощью. И что самое главное, что для того, чтобы получить его помощь, не нужно иметь особые навыки. Главное быть чистосердечным, открытым, добрым и независтливым человеком. Ведь иначе он просто не поделится своей силой, и желаемый результат от него получить не удастся. Лавровый лист может стать и отличным оберегом для жилья. Он будет отбивать ненужные энергии, притягивая только светлые, а когда они будут попадать в ваш дом, будет их приумножать. О сильных свойствах лавра известно еще с давних времен. Многие учения передались нам для того, чтобы мы могли использовать это в своей жизни и тем самым сделать ее намного лучше. С лавром связано много легенд, различные поверья, правила, поэтому уделите время тому, что связано с лавровым листом, чтобы научиться его правильно использовать себе во благо, ведь он способен дать вам все то, что вы только пожелаете во всех сферах вашей жизни. Да, это непростые знания, но тот, кто сможет их изучить, действительно получит многое. Очень много от чего избавиться и очень многое сможет обойти стороной, чтобы не притянуть к себе проблемы и неприятности. Для того, чтобы в вашем доме всегда была положительная энергетика, и чтобы он находился под энергетической защитой, разложите по 3 крупных лавровых листа, которые обязательно будут скреплены между собой булавкой в одном из углов каждой комнаты. Но это нужно сделать так, чтобы они были недоступны чужому взгляду, и предупредите всех членов своей семьи, чтобы они к ним не прикасались, чтобы не ослабить их действия. А когда будете раскладывать, нужно при этом проговорить такие слова: «Энергии 3 листов воедино соединяются, силу излучают, игла ее собирает, в нужном направлении отправляет. Все это помогает, дом энергетическая защита окружает, только светлая энергия привлекает. Раз в 3 месяца листья меняйте, прошлый складывайте в лист белой бумаги, заворачивайте, выходите на улицу утром и сжигайте, при этом проговаривайте такие слова: «Благодарность излучаю, вашу помощь ощущаю, вы мне много помогали, дом защищали, энергии привлекали, если что-то вобрали, то это и из дома убрали». Иголку из них нужно покрутить под огнем белой свечи со всех сторон. Далее можно использовать и для новых листочков. Под столом разместите 3 крупных листика, их можно прицепить на скотч, при этом проговаривайте обязательно такие слова: «Эти листочки лавра в дом изобилия привлекают, стол этот посыл принимает, приумножает, а затем по дому распространяет». Это поможет сделать так, чтобы вы бы ни в чем не нуждались. Под каждый подоконник также нужно разместить по лавровому листочку и при этом проговаривать такие слова: «Забор из лавра возвожу,
Он высокий и густой, поэтому никакой негатив через него не пройдет. А вот счастье и любовь он приманит и с помощью своей силы приумножит. Это действие не только поможет установить вам защиту, так как вы знаете, что как положительные, так и отрицательные энергии способны поступать через окна, поможет притянуть в дом все только хорошее, что сделает отношения между членами семьи еще более любящими. Только уважение будет всех окружать. Очень хорошо держать лавровый лист в спальне, так как он способен на многое влиять. Спальня – это одно из основных мест в доме, за энергетикой которого нужно очень следить. Ведь вы знаете, что во время сна человек беззащитен, и его биополе, его жизнь, его энергетический баланс очень легко разрушить. А это может повлиять на любую сферу жизни, начиная от работы, заканчивая отношения между супругами или же вторыми половинками. Если вас мучает бессонница, вы просыпаетесь в разбитом состоянии, а ночные кошмары вызывают у вас сильные страхи, вы устали, вам нужно в подушку на протяжении недели класть обязательно по 3 лавровых листа. При этом проговаривать такие слова: «Я на подушку из лавровых листьев почивать ложусь, сны сладкие голову мою наполняют, негативные мысли ее покидают. Я хорошо отдыхаю, тревоги и негатив на меня во время сна не влияют». Каждый день их стоит менять, а старые сжигать подальше от дома. С каждым днем сон будет ваш налаживаться, и вы будете хорошо высыпаться и отдыхать, а по истечению времени от прежней ситуации следа не останется. Если вы много работаете, устаете, хотите быстро восстанавливать свои силы, то в таком случае возле изголовья кровати разместите по лавровому листу. Два остальных разместите так, чтобы, рассчитав расстояние, если соединить их прямой, у вас получился квадрат. Когда будете ложиться, нужно проговаривать такие слова: «Как квадрат устойчив, в котором я лежу, так и я устойчива ко всему». А это значит, что больше быстро не устаю, а если устаю, то легко с помощью лавровых листьев энергию свою восстанавливаю, укрепляю, все поставленные перед собой цели осуществляю. Раз в месяц их меняйте, а прежние выносите и размещайте в форме квадрата вокруг молодого дерева, прося его мысленно о том, чтобы дерево вам помогало и с помощью сил передавало посыл на энергетическом уровне через лавровые листья. Проделывайте так на протяжении 3 месяцев. От усталости следа больше не останется. Вы совсем с легкостью будете справляться, вы станете сильнее как физически, так и энергетически. Если положить 7 лавровых листочков под спальное место молодоженам и на каждый листочек проговорить такие слова: «Пару молодую лавровый лист своей энергией окружил, счастьем их семью наполнил, любовь никогда и никуда от них не убежит, наоборот, с ними рядом нога в ногу будет идти». Это будет помогать и только с каждым днем их чувства приумножать. Это действие поможет сделать жизнь молодых счастливой. Если у вас с вашей второй половинкой перестали ладиться отношения, ссоры и конфликты происходят очень часто, возьмите 2 крупных лавровых листа, зажгите в спальне свечу, далее подержите лавровый лист над ней и проговорите при этом такие слова: «Лавровый лист, помоги от меня и моей второй половинки, называйте имя, конфликты отгони, пусть взаимопонимание обретем, любовь вновь найдем». Далее капните на него капельку воска с данной свечи и обмотайте 3 красной ниткой. Со вторым листом проделайте то же самое, разместите их в наволочку на 7 дней, после чего сожгите подальше от дома. После того, как проделаете данное действие, отношения в семье начнут быстро меняться в лучшую сторону, все проблемы уйдут, а любовь вновь начнет наполнять ваши сердца. Если к вам поступает недостаточное количество денежной энергии, возьмите лавровый лист, напишите на нем желаемую сумму, сверху положите 3 монеты одинакового номинала и обмотайте зеленой ниткой, после чего разместите его под матрас, проговаривая обязательно такие слова: «Во время моего сна лавровый лист силу излучает, денежную энергию привлекает, ее с моей энергетикой переплетает и воедино соединяет. Это помогает, денежную нужду отгоняет, деньги жизнь наполняет и различные возможности открывают».
Когда к вам начнут поступать первые деньги, одну купюру из первой суммы отдайте на благотворительность, затем из второй и третьей, после чего лавровый лист нужно вынести и выбросить в водоем, проговаривая такие слова: «Вода между нами, с денежной энергией связь особая возникла. Ты мне помоги, ее еще приумножь в разы». Это простое действие поможет вам сделать денежные поступления стабильными, а суммы большими. Чтобы притянуть счастье с помощью лаврового листа, нужно взять большой лавровый лист, разместить его под простынь по центру вашего спального места и так проспать ровно 5 дней. Затем поджечь его, окурить свое спальное место, после него себя и проговаривайте при этом такие слова: «Счастье эту комнату наполняет и меня окружает. Везде, куда только не пойду, его обрету или найду». Когда закончите, подержите лавровый лист на уровне груди, думая о том, что бы вы хотели получить и что именно для вас означает слово «счастье». После чего затушите его, разомните и выбросите левой рукой в окно, желательно в спальне, но если вдруг такой возможности нет, тогда в любое. И очень скоро вы ощутите счастье и будете с каждым разом ощущать его больше и больше. Для того, чтобы выставить защиту от любого негатива во время сна, вы знаете, бывает так, что есть люди, которые во время сна, наоборот, стараются забрать энергию, отправить негативные очень посылы, проклёны. А здесь нужна вам защита. Вы даже на интуитивном уровне, возможно, иногда ощущаете, что вы ложитесь спать, а уснуть не можете. Это говорит о том, что ваш ангел-хранитель, высшие силы вам не дают этого сделать, потому что, когда вы находитесь во сне, с одной стороны, вас оберегают высшие силы, а с другой стороны, вы становитесь беззащитны. И вот здесь происходит энергетическая атака. Поэтому иногда, когда вы чувствуете, что вы не можете уснуть, понимаете о том, что кто-то делает какие-то гадости. Поэтому здесь обязательно нужно выставлять защиту. Как мы ее будем делать? Вам нужно взять три лавровых листа, связать их между собой ниткой желтого цвета и разместить в изголовье кровати. Можете прицепить их к спинке кровати, на стенку возле кровати или же под кроватью. Сделать это на свое усмотрение. Когда будете размещать, нужно трижды проговорить обязательно такие слова: «От врагов листья лавровые меня защищают, во время сна купол из энергии воздвигают, ни одно зло не пройдет, негативные изменения в мою жизнь не внесет». Раз в полгода листочки меняйте, прошлые сжигайте от трех спичек. Также для защиты можно под спальным местом разместить мешочек с тремя щепотками молотого лаврового листа, тремя щепоточками крупной соли и тремя листьями мяты. При этом проговаривать обязательно нужно такие слова: «Если кто порчу наслать решит, этот сильный оберег ее обратно возвратит. Если сглазить решит, этот посыл не долетит. Если зависть в дом принесет, приумножит и заберет». И обязательно мешочек раз в год его нужно менять. Если вам нужна будет на какой-то определенный день удача, бывает, что вы идете на собеседование, у вас какая-то очень важная встреча, от которой будет зависеть очень-очень многое, или вам будут давать какие-то, вот перед вами будут стоять какие-то трудные задачи, заключение важной сделки, подписание прибыльного контракта, тогда положите под подушку целый, без каких-либо повреждений лавровый лист. При этом проговаривайте такие слова: «Удачи во время сна ко мне приди, все нужные дела, как желаю, завершить помоги, чтобы хороший результат получить могла и собой была довольна». Этот листок, начиная с самого утра, как только проснетесь, носите с собой, идете умываться, держите при себе в кармашке, идете готовить завтрак, он также должен быть при вас. Будете идти в нужном вам направлении, несите с собой. Когда придете в то место, где вас ожидают дела, разомните его и киньте перед собой. После чего можете не переживать, обязательно все пройдет так, как вы того желаете, и удача будет возле вас.
Помните о том, что лавровый лист – это все-таки незаменимый помощник. Научитесь его силу использовать себе во благо, ведь она способна во многом вас подстраховать и во многом вам помочь. Не забывайте, что все в ваших руках, и если есть возможность что-то контролировать, от чего-то уберечься, то ни в коем случае не нужно упускать эту возможность. Также обращаем ваше внимание, что когда вы проводите практики с лавровым листом, лавровый лист должен быть красивым, без каких-либо пятнышек, он не должен быть где-то надломленный, у него должен быть обязательно хвостик, это очень важное правило, то есть лавровый лист должен быть целостный. Если вы решили проводить практику, вы видите, что у вас под рукой нет нормального лаврового листа, или не проводите, или сходите в супермаркет, в магазин и купите лавровый лист. Конечно же, идеально, когда лавровый лист у вас растет на подоконнике, именно на кухне, и вы его можете использовать не только в кулинарии, но и также при проведении тех или иных практик. Как видите, все очень просто, и здесь все зависит только, конечно же, от вас. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас, друзья, на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, друзья, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.